Книга «Открытым оком», том 2, вопрос 647. Если бы Адам не согрешил, то пришел бы на землю Христос или не пришел? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А он и был в раю с Адамом. Книга «Бытие», 3 глава, 8 стих. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.